Добрый день, зрители канала Марина Цветы. Хочу анонсировать вам видео, которое выйдет на втором моем канале «Домашний очаг» с Мариной, где мы вяжем изделия для малышей. Мы вяжем шапочку очень теплую для зимы, для Нового года. Ниточка, которая называется «Фьеста Хобби». Ну, вы можете использовать любую махровую ниточку, которая, может быть, у вас есть где-то в ассортименте. Или обратите внимание, если вы хотите связать для своего ребенка или на подарок, именно теплое изделие, вот шапочку для зимы. Вяжется очень легко, быстро. Вязала я крючком столбик с одним накидом, а методику закрытия донышкой, или вот как мы вяжем завязочки, всю историю вязания этой шапочки, я приглашаю вас посмотреть на моем канале «Домашний очаг с Мариной» в плейлисте «Вязание для малышей». Всех молодых мам, всех молодых бабушек и всех, кто интересуется творчеством, рукоделием, приглашаю на мой канал для того, чтобы вязать вместе со мной.